Эта птичка опять здесь, ребят. Вот сидела ровно у колеса. О. Чё тебе здесь надо? Чё ты от меня хочешь? Ну? Я тебя не понимаю. Красивая птичка, чё надо? Ну? Караулишь, что ли? Красавица какая. Вот вышел прогреть машинку, она опять сидит. Прямо на этом же месте, где вчера сидела. Что, это твое место? Может, я неправильно машину составлю? Может, ты была раньше гаишником? Да. Может, тебя домой взять? Может, если тепло, я не знаю, ребят, что она здесь сидит постоянно у этой машины? Я только что пришел. Что там твой, короче, пирог, Марина, ей не зашел. А, Славик, он кушает. Вот мы ее сюда накидаем. Раз уж это ее место. Нет, так собачки сидят. Вон там еще птичка. Она просто офигела, что ты ей столько накидал. Кусков больше, да? Да. Слава, вкусный кекс? Угу. Же я ем. У него желудочек маленький. Ребят, у нас походу новый домашний питомец. Она вообще не улетает. Машина поклевала, он пошла клевать. Саша специально развернулся, чтобы посмотреть, как птичка клюет крошки. Да, вот видите, она крошку взяла, на асфальт положила. Я не вижу вообще. Вон она на этом, на тротуаре, да? Да, она крошечку взяла. Да. Опа, опять под машину. Я боюсь задавить ее, ребят. Она просто меня гоняет здесь. Да, давай, короче, я уезжаю там, я не знаю, что она может охранять свое место. Короче, ребята, она куда-то это. Здесь вот возле машины с правой стороны. Бегает. А не вижу. Местный авторитет. Вон она прилетела. Это уже воробей прилетел. Уже другая. Птица! Она твой. Воробей твой этот клюет. Хлеб. Вон он летит. С левой стороны. Вон, видишь? Вон, видишь? Чик-чик-чик. Все. Все. Видно, да? Да, 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 видно. Такой местный авторитет такой. Так, отлетело. А воробей вообще ничего не будет. Опять к нам, опять под машину. Да я крыло боюсь! Она там, наверное, это гнездо свело. Блин, вот, ребята, будет прикол, если у меня, блин, под капотом живут эти. Вон она сидит. Вон, засними. Вон. А, ну, на тротуаре. Это ее кавалер. Да, давай сейчас подъедем, ты заснимешь. Это может, я дам? Да, вот она сидит, ребята, покушала, вот села сейчас, отдыхает. Это может, я дам? Ну, не знаю, слушай. Какой-то местный авторитет точно. Прикольно будет, если она гнездо нам съела, да? Под капотом. Ну, а все под капот, ребят, летит, вот возле капота сидит и все как бы возле машины, вот возле колеса правого. А ты не боишься, что она лапками поцарапает тебе покрытие? Да нет, там такие лапки, блин, ты что, надо как у тебя лапки, чтобы поцарапать. Такими, как у нее, лапками ничего не поцарапаешь. Хотя у меня, ребят, новая была Шкода, когда мы только с Маринкой купили Шкоду под заказ. В Чехии доказывали, как раз последние Шкоды были, Октавии, помнишь? Uh-huh. Мы оставили машину на стоянке у одного там охранника, он говорит, вот возле, вот здесь вот прямо возле меня, как бы будет тоже точно нормально. Мы, короче, оставляем эту машину, а оказывается, там возле будки собака жила, и он там, грубо говоря, ну, еду там собаки наваливал, а собака не все доедала, и там, короче, вороны, голуби, блин, всякая вот эта херь. И нам всю крышу, короче, исцарапали, помнишь? Да. Как я нервничал. Поэтому я и спрашиваю, что ты не боишься, да, нет, что она... Да нет, ну там-то же были такие, блин, это откормыши такие килограммовые. Здесь-то что она, птичка? Вот она, маленькая синичка такая. Как ее назвать правильно? Я даже не знаю, это порода птицы. Ну как бы нам еще птицу-то не хватало. Как бы. У нас что, все уже побывало, как бы, еще и птицу, как бы. Ну вот подкармливаем сейчас, если каждое утро будет сидеть, там кормушку придется строить. Что, Слава, построим кормушку птичке? Ну, ну, так это понятно. Ну, кормушку построим, и все будет ее дом. Что? Будем строить кормушку, если может, что? У нее есть свой дом. Так она уже, походу, определилась под этим, под моим капотом машины, дом себе. Ребят, видите, впереди москвичи, 412-й. Там такой дедушка сидит, у него, короче, очки такие большие, темные, ну, видимо, совсем как бы это зрение плохое. Блин, между машин гоняет вообще просто как этот шмахер. Видите, вау, жук перестроился. Вот он так всю дорогу ездит. Вообще все машины подрезают.
Сашка говорит, как будто бы последний раз едет. Вообще просто. Ну, машинка видно, 59-й номер, как бы, не 159-й, а именно 59-й. Машинка старенькая, совсем москвич. Там и дедушка лет под 70. Ну, рядом внук, наверное, ребят, сидит, головой вертит вправо-влево. Короче, видно, что парень молодой, страшно ему. Такие машинки еще сохранились у нас. Чувак уже вот уже день, он уже целую семью сюда привел. Вот бегает. И где-то этот чувак здесь бегает, который больше всех чирикал. Только что здесь летал, как смотался. Вон. Что надо? Короче, уже вдвоем здесь тусуются. То ли любовница, то ли жена, то ли семья, непонятно. Да, давай, давай, беги, беги. Вот так, ребята, автобусники ездят, смотрите, по городу. Блин, я даже не могу это. Смотрите, человека не сбил. Нас уже так везде обогнал. Надо сейчас посмотреть, что за номер, да, блин, послать в ГАИ. Его выписали бы по полной. Видите, он как гоняет там. Перед ужас. Камерами перестраивается, потом обратно по трамвайным путям. Угу. Покажи, как автобус ездит, он колеса скрывает. У нас опять ливень, опять дожди. Вот вы видите. Здесь хотя бы ты это щетками убираешь. Даже Маринка смотрела. Ужас. Мне кажется, это из-за футбола разгоняют дожди, и все дожди к нам пришли с Екатеринбурга. Заговор. Да нет, это ливневок нету, обыкновенный ливневок нету, и все. Или ты думаешь, что что-то часа приходит? О, тоже да. Не может быть. Вот в Москве разгоняли, сюда пыль приходила. Третий день дожди идут, причем вот такие вот сильные, сильные ливни. Мне кажется, это вообще слишком, для нас это слишком большой заговор. Как во всех городах, где проходит чемпионат мира, разгоняют вот эти все сюда. Ну, вот здесь уже повыше, так нет такого, там пониже, вот видишь, что там машины едут, автобусы, вот, вон там, вот видишь, что? Угу. Тут немножко было повыше, так меньше воды, вот перенеть. Люди бегают. Море, море. Как там песня появилась? Ребята, у нас погода, блин, такая вот стрёмная, настроение ноль. Дождливая, но потеплело хотя бы сейчас к вечеру. Друзья, я не знаю, товарищи как-то сходят с ума в эту погоду. В общем, я тут на днях друг позвонил, позавчера вроде. Ну как друг, товарищ? Говорит, хороший знакомый. Хороший знакомый такая будет. Говорит, слушай, говорит, надо телефон то ли любовнице, то ли второй жене. Ну не важно, кому-то ему там надо было. S8. Я ему, потому что телефон ему, детям его как бы все привозил подешевле. Он говорит, надо, говорит, это, S8. Я говорю, хорошо. Сколько в магазинах они стоят? Ну, в среднем 47. 47. Ну, пускай будет 47. Я ему привез за 35. Да? 35 или что у нас? 35. Сейчас у нас ездили еще чехол. Быстренько забрали. Он говорит, потом еще позвонил, говорит, надо еще чехол, по которому общаться. Ну, как бы сразу не поднимать, это не открывать, а кейс такой, как бы. Там и карточки хранить можно. Чехол-книжка. Чехол-книжка. Так в чем прикол-то? Он вчера, значит, своей это, мадаме дарит телефон, видимо, вечером. И часов уже в 11, да, он мне позвонил вечером? Поздно, да. Говорит, слушай, Саша говорит, а я его привожу без чеков, потому что они гарантийные, гарантия не по чеку, а получается в официальный центр приходишь, с момента активации, как у айфонов сейчас, вот на Samsung сейчас, в принципе, то же самое. Если так тепло будешь держать, она, конечно, будет писать. Вот так вот будет супер. Вот. И получается, чек меня никто не просил, вот сколько. Я без чеков покупаю уже, думаю себе. То есть привозишь Samsung, они там смотрят, когда устройство активировано. И в принципе, ну ладно, это вообще момент как бы. Нужен чек. Говорит, слушай, чек нужен. То есть он своей девушке, вот это вот как бы, не знаю, Марина, опять руку положишь. Что-то неудобно. Короче, своей девушке, помимо того, что с телефоном подарил, она с него еще и чек потребовала. Вот к чему весь разговор-то, ребята. Размер любви оценивает, наверное. Вы сколько ты меня оценил, да? Я не буду имя его называть, но он нас 100% смотрит. Нахер посылай ее. Она и так уж с тебя жилы тянет. Представляешь, она телефон ты ей подарил, так она сейчас чек попросила. Еще сейчас вот этот ты ей подаришь.
Но здесь тоже на чехле сколько? 2000, да, мы сэкономили ему? Да. Получается. Тоже 2000. То есть и там получается где-то порядка 15, а здесь 2. Ну, где-то 17 тысяч он домой принесет. Мужики, заканчивайте в левых баб деньги тратить. Если как бы, ну, вы ей нужны, пускай она на вас тратит. Домой деньги тащите, да. То есть, может, она еще будет вам денег подкидывать, а вы домой будете нести, как бы, ну, в бюджет как бы деньги пойдут, и жена будет довольна. Типа, ну, не просто так погулял, а еще и принес что-то, кормилец. Сука, это херня, представляете? Подарил телефон, она с него еще и чек попросила. Блин, вообще. Ой, и смехи греют. Чек, конечно, мы привезем, не проблема, но, блин. Просто ситуация, я вчера в рынке говорил, ну уже в одном просто, я такой первый раз встречаю.